Ну, итоги, наверное, главное, что 2 очка взяли, потому что там Адмирал почти нас догнал, там в спину дышит. Вот. А по самой игре, конечно, нужно играть намного лучше и увереннее. Вот и все. По вашей заброшенной шайбе попали туда, куда и бросали? Ну, да. Да. Дмитрий, там было несколько смен клюшек. В итоге какая сегодня счастливая была? Не, ну там не из-за этого, там просто лента срезалась, поэтому со свежей лентой брал клюшки, не из-за счастья. А, ну много СМИ пишут негатива в адрес команды. Насколько это в психологическом плане давит на игроков, или вы не обращаете внимания? Ну, понятно, что от нас хотят большего, и мы сами от себя, самое главное, наверное, хотим большего, все это понимаем, поэтому еще раз говорю, нужно прибавлять, работать, и главный матч впереди еще.